Всем привет, меня зовут Влад, вы на стиле. И, значит, здесь мы с вами смотрим, какие у нас потолки. Вот, потолки у нас здесь кривые, значит, кривые балки, выгнутые, вогнутые, примерно перепад, можете посмотреть, порядка 3 сантиметров, значит, причем они еще в побелке, мы должны будем побелку снять. Что хотел бы сказать, что такие клиенты, которые вот здесь, это идеальные клиенты. Ну, во-первых, они как люди, ну, вообще душевные. А во-вторых, они нас ждали 8 дней, причем сегодня был там 9-й день, и мы приехали на объект там в районе 5 вечера, нам никто слова не сказал, вот, нас приняли, ну, радостно, дали ключ, вот, мы сегодня стартуем здесь. Мы, значит, здесь выравниваем потолки, причем выравниваем их просто правилом, тянем их в одной плоскости, вот, и штукатурим ванную, туалет здесь по маякам. Все остальное, ну, скорее всего, так и останется. Почему вообще, ну, мастера должны брать такие объекты и помогать людям? Ну, по одной простой причине, да, для того, чтобы люди могли жить в своем жилье. Если этого не делать, то никто не будет в собственном жилье жить. Вот. Здесь невозможно сделать элитку по причине, что стоимость жилья вот в этой части, да, здесь жилье покупается не для того, чтобы, ну, выделываться там и показывать, какой ты крутой, а для того, чтобы жить. И стоимость жилья не может быть здесь равная стоимости ремонта. Ну, это просто невозможно. Поэтому здесь будет клиент всячески, ну, экономить на работах. Вот, скорее всего, такие стены останутся, может, их отшпаклюют только, и все. Вот они, видите, такие неровные. То есть мы здесь стены не трогаем. Но это значит одна причина, что здесь, скорее всего, так будет. Вот. Конечно, в первую очередь хотел сказать всем мастерам нашим, кто трудится, спасибо, что, несмотря на такие сложности, сложные объекты, мы вписываемся в такие проекты, и я каждый день могу рассчитывать на вас, что мы выйдем и сделаем здесь объекты. Поэтому в этом плане, ну, мы, вы все большие молодцы. И, конечно, молодцы клиенты, которые нам доверяют работу. Здесь побелку мы будем смывать, вот. И, в общем, потом будем штукатурить. Вот. Здесь существуют такие дыры. Вот. Здесь существуют между перекрытиями такие впадины. Вот. В них зайдет хорошо штукатурка. Такую работу, как правило, вообще никто не хочет брать. Потому что здесь в идеале нужно штукатурить по маякам. В идеале здесь нужно набивать сетку железную и потом штукатурить. Это будет идеально. Но, как мы уже с вами понимаем, не каждый готов к идеалу. Ну и, наверное, не нужно. В меньшей степени к идеалу должен стремиться идеальный человек. Нет, Тюшка сказал. Ну, в общем, к идеалу, идеал сам приходит, вот так скажу. Вот. К нему, ну, нельзя стремиться. Как говорил Сократ, да, мы можем быть хорошими мастерами, но не можем стать ими, да? Потому что все зависит от многих причин. Да? Также и с идеалом. Мы не можем иметь идеал, да? Быть в идеале, но можем к нему стремиться. Вот. В общем, спасибо. Значит, здесь стоимость работ доп. Работы примерно 33 тысячи. То есть мы зачистим потолки, это примерно 40 метров, это в Санкт-Петербурге. Загрунтуем, заштукатурим и ванную отштукатурим по маякам без углов, без геометрии. Все, вот такая ситуация. Значит, вот это все остальное, я как говорил, все останется. Ничего больше не поменяется.